спрячет ром в кармане пальто, и белая ночь укроет его с головой. Там, где время течет слишком быстрой рекой, ты не стала женой, я не стал звездой. Сегодня весело. Саня, спасибо тебе огромное. Ребята, я даже просто, надеюсь, Сашка, я останусь специально до воскресенья, чтобы пойти в Би-2 на твой концерт послезавтра. Сейчас на эту сцену я приглашаю группу, с которой мы играли в свое время, когда еще была группа «Зоопарк». А «Горбушка» еще не была «Горбушкой». Нам вот только-только разрешили стать сторожей артистами. Это группа «Алиби». Добрый вечер. Мы с Майком очень много пересекались. Чуть позже я расскажу, как. Это довольно любопытно. Но вот все, что сейчас происходит, мне очень напоминает Подольский рок-фестиваль 87-го года, где мы выступали. И выступал в том числе Майк Парк. Кажется, мы играли вслед за ним. Но будем считать, что сегодня мы тоже играем вслед за ним. Он очень любил блюзы, и мы тоже начнем с блюза. Говорили тебе не пей, она ныла.
небо прислал бандитов. Говорили тебе не смей. Пальцы сломаны, почки отбиты, но ты охочь до хороших семей. Не смей. Все будет окей, окей. Я говорю тебе, все будет окей. Спасибо. Ну и теперь дошла очередь до песни Майка. Можно я расскажу одну маленькую историю? А я вот не помню точно, в каком году, в 85-м или 86-м, я поехал на питерский рок-фестиваль, и один из людей, с которым я, наверное, больше всего хотел встретиться, был Майк. Я узнал его адрес, нашел его квартиру. Вот, это была такая, был длинный очень коридор, и налево были комнаты. Майк не оказалась дома, был дома, была дома его жена, его маленький сын, который слушал рок-н-роллы. Выяснилось, что в этот день у сына Майка был день рождения, и меня на него пригласили. У меня не было ни подарка, ничего, просто бутылка вина. И я помню, что мы зажигали там до утра. Меня видели первый раз, ничего абсолютно обо мне не знали, но меня пригласили. Я знаю, что здесь, в этом зале, находится жена Майка. Наташа. Здесь ли она? Ну, может быть, очень много народа я не вижу. Я хочу спустя почти 20 лет сделать ей подарок. Я, правда, не знал, что она здесь будет, поэтому за подарком надо будет съездить в мой город Дубну. Дело в том, что совсем недавно я обнаружил запись Майка, концерт в Дубне 88-го года. Это один из лучших, на мой взгляд, его концертов.
И если Наташа меня найдет, я, вот, меня можно запомнить по бороде и по красной кофте. Мы договоримся о том, как я сделаю ей этот подарок. А теперь подарок для всех. Песня «Майка». Которых ты знала, рано или поздно бросали тебя. Я удивляюсь тому, как ты не понимала, что каждому из них ты раздавала себя. И твоя квартира похожа на отель. В ней есть телевизор и есть постель. Но ты знаешь, хочешь верь или не верь, первое, что каждый замечал в ней, это дверь. Те мужчины, которых ты знала, рано или поздно бросали тебя. И до последнего момента ты не понимала, что у каждого из них есть своя семья. И каждого из них ты считала рабом, но у каждого из них был свой собственный дом. И ошибку свою ты замечала лишь потом. И в конце концов каждый из них стал твоим рабом. Мужчины, которых ты знала, рано или поздно бросали тебя. И каждый из них хотел так мало, каждый хотел что-нибудь для себя. Для одного ты должна была знать Чака Берри, для другого кто такой Тициан. Третий то и дело лез к тебе под юбку, четвертый норовил залезть к тебе в карман. Мужчины, которых ты знала, рано или поздно бросали тебя. И вот пора начинать все сначала, опять пора начинать с нуля. Ты покупаешь новый маникюрный набор, ты выметаешь из избы весь свой старый ссор. И предвкушая грядущий фурор, ты рисуешь на лице новый боевой узор. Мужчины, которых ты знала. Спасибо. Во времена рок-лаборатории, вот, меня за возраст, все молодые музыканты, которые многие сейчас очень известны, там, Манго-Манго, Ногу свело и так далее. Я был самым старым, даже был старше Пети Мамонова. Меня звали Папа Рок, там, в рок-лаборатории. Но я, в общем, как бы написал эту песню, и в этой песне есть строчки о майке. Песня написана в 88 году.
Когда вся родина сажала кукурузу в срок, я на балалайке сыграл свой первый рок. Прощай, Хрущев, привет, Ильич, а он нас начал стричь. Ходили мимо детского горшка, а квакер была сломана уже моя нога, а горло грызь мое главрит, я рокер-инвалид. Пока вы выясняли, где у женщин что, я майку за гитару впарил, старое пальто. Мое пальто такая рвань, и он запел про дрянь. Я папа рок. Восток, я папа рок. Своих пашу, а все стебаюсь и лобаю, пенсию не прошу. Пусть дребезжит мой старый вокс, я умру за попс. Я папа рок. Я папа рок. Я папа рок. Спасибо вам большое. Мы были очень рады побывать на этом празднике жизни Майка. Ну что, дают жару старые рокеры. Спасибо, ребята. Огромное спасибо. Вот я знал, что это будут все эти мужчины. Эту песню никогда никто не пел. Она обалденная, по-моему. И сделали ее здорово. А сейчас такое немножко будет легкое, ямайское. Кто пришел ко мне утром и разбудил меня? Джади Вижн. Я уж не знаю, кто выпил все пиво, что было в моем доме. Но если вы придете, выпивайте, ребята, ради бога. Чтобы так немножко изменить настроение в сторону солнечной Ямайки. Меня спрашивают, два человека меня всего спросили, вот у вас здесь 2000, а когда кончится, я сказал, не знаю, ну блин, не знаю и все, будем до упора.
Майк Форева, так это же Форева. Спасибо большое. Я, честно говоря, очень нервничаю, потому что все-таки мероприятие очень ответственное. Я вижу, что собрались люди добрые, люди вменяемые и клевые, потому что мы все уважаем, ценим талант Майка. Это очень хорошо. То, что я как Брежнев буду читать по тетрадке, это не означает, что я не знаю текста наизусть. Это на всякий случай, потому что, сами понимаете, Растаманы много курят. Разбудил меня. Кто съел весь мой завтрак, не сказав мне спасибо? Кто выпил все пиво, что было в моем доме? Кто обкурил Сан-Семили всю мою квартиру? Заставила меня слушать Блэку Гуру целый день. Кто ушел через неделю и увел мою жену? Кто вернулся через месяц и привел ее обратно?